По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Ванессы Экер, диппредставительства США за границей будут продолжать оказывать услуги по выдаче срочных виз, если, цитата, позволят ресурсы, и диппредставительства по-прежнему будут открыты для граждан США. Но когда возобновится в полном масштабе выдача виз, сказать сложно. Госдепартамент принял решение временно остановить процесс выдачи виз, иммиграционных и неиммиграционных виз. Когда уже ситуация будет урегулирована, тогда американские посольства и консульства опять будут работать как по-прежнему. Необходимо заметить, что если есть срочная ситуация, если есть необходимость поехать в США тоже, если человеку нужна виза, тогда то это можно позвонить и можно обратиться в посольство, если у вас есть срочная ситуация.